поехал в багажник на Honda NSX и отправляется Димон в Питер. Одно. Люди спрашивают, вы проиграли? Нет, мы не проиграли, мы просто не выиграли. Вот и закончился зимний сезон по дрифту. На этом этапе только у Стаса первое место в квалификации. Дальше в топ-16 он отвалился из-за бэкварда. И еще он в колею по итогу попал туда. А еще и в боевом шипе он занял второе место в квалификации. Так что всем спасибо, кто следил. И огромное спасибо хотел бы выразить AutoCAD Recycle нашим партнерам, которые вновь нас поддержали. И вот сюда вот кликайте и сдавайте автокатализаторы только им. Машина уже продана. На следующий сезон будем собирать S-шасси для зимы. Ну вот, в общем, как-то так. Алло, маховик, перезвоним. Мишань, все нормально будет, все починим. Да, тачку-то продали. А?